идет посевная кампания в ТОО «Лавровская» Артауского района. Работы выполнили на 57%. Сеют здесь горох, лен, пшеницу, ячмень и овес. Общая площадь посевных 6471. Паровая площадь в этом году засеяли на парах 1200 гектар. В этом году мы удобрения не вносили. Планируем вносить осеннее удобрение, потому что эффективность хорошая. На полях работают три зерносеющих комплекса, 56 человек. Условия труда для них здесь созданы хорошие. Средняя заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Закончить посев в товариществе планируют до конца мая, отмечает его руководитель. Первый заместитель акима области посетил поля, где ознакомился с посевными работами и встретился с местными аграриями. Мы все работаем в условиях рискованного, да, земледелия, говорим, где лимитирующим фактором является влага. Есть поручение акима области по социально значимым культурам. Сейчас вот буквально мы были в Есильском районе, мы просмотрели посев картофеля в организованных хозяйствах, мы просмотрели посев гречихи. Надо понимать о том, что диверсификация должна быть. Особое внимание высокомаржинальным культурам. Сегодня аграриям их уже необходимо сеять на своих полях, считает Марат Асмагамбетов. Вы видите, да, провал по цене по пшенице. Да, мы перешли на масличку. Это рапс, это лен. Но видели, да, и по масличным ценам цена какая была. Поэтому в этом году увеличение посевов чечевицы и подсолнечника. Чечевицы 90 тысяч заявили, 85 тысяч мы уже посеяли. 125 тысяч заявили подсолнечника, 111 тысяч подсолнечника уже посеяли. То есть это о чем говорит? Рынок сам подталкивает. Поэтому монокультурой увлекаться нельзя. Напомнил первый зам акима области аграриям и о минеральных удобрениях. Они в растеневодстве играют важную роль. Сегодня мы вносим где-то порядка 180 тысяч по области. Это первый показатель по республике. Но в целом, если пересчитывать с физического веса на ДВ, это очень мало. Поэтому надо тоже до руководителей сельхозформирования доводить. Стоимость 50% субсидируется. Поэтому надо понимать о том, что мы будем заниматься. В этом году сельхозкультуры в Североказахстанской области планируют посеять на 4,5 миллионов гектаров. На большей части разместят зерновые и зернобобовые культуры. Масличка займет 960 тысяч гектаров. Дарья Пашманцева, Алишер Ашимов, Казбек Аркбаев, МТРК.